КВН, походы на природу или просто вечерние посиделки. Сочинские студенты должны быть максимально вовлечены в общественную жизнь своего учебного заведения. На выставке в холле органного зала маленькие отчеты о том, как молодежь проводит свободное время. Одни участвуют в конкурсах, другие успешно занимаются самодеятельностью. Главный зритель выставки – глава города. Мы готовы всячески оказывать любое содействие студенческой среде, молодежной среде, чтобы она была организована, раз, чтобы она занималась своими любимыми делами. Педагоги, студенты и представители городской администрации встретились для обсуждения актуального на сегодняшний день вопроса безопасности. Со слов Анатолия Пахомова, современную молодежь нужно воспитывать. Впрочем, такая мера не новая, но в современном мире особенно важна. Стоит упустить из внимания студента, и он может попасть под влияние опасных слоев общества, например, в запрещенную в России организацию ИГИЛ. Уходит тот, на кого не обратили внимания, в ком не увидели его талант, не увидели его возможности. И он пойдет туда, куда его позовут. Не нашли мы с вами ему увлечения, а его позвали в ИГИЛ. Его убедили. Кроме того, работа, отвлеченная от основного учебного процесса, идет только на пользу общему развитию, уверены педагоги. Сочинская молодежь не раз демонстрировала свои возможности во благо всех жителей курорта. Большая благодарность всем вам и студентам ваших вузов за то, что мы совместно проводим большое количество мероприятий в летней оздоровительной кампании. Ваши студенты проходят практику, работают на летних дворовых площадках. Одно из принятых решений – в Сочи появится больше патриотичных, активных и креативных событий. И каждое должно быть интересно студентам. Чтобы все получилось, требуется прямое взаимодействие между вузами и администрацией города. Мнения и пожелания молодежи также будут учитываться. Наша задача, прежде всего, от самих студентов, от самих молодежи услышать, чего они хотят, что им для этого нужно. И я уверен, что та молодежь, которая сегодня будет с нами встречаться, это та молодежь, которая знает, чего хочет. И действительно хочет того, чтобы быть счастливым. При этом необходима прямая заинтересованность студентов и мотивация. За активное участие в городских мероприятиях и при этом хорошую успеваемость решением главы Сочи для молодежи учреждены 4 стипендии, каждая по 25 000 рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.